Для Александра эта квартира стала первой, что оказалось возможным благодаря губернаторской программе. В январе Андрей Воробьев лично вручил сертификат на ее приобретение. Сегодня военнослужащий получил ключи из рук главы округа Андрея Иванова. Такой символичный момент вручения ключей и передачи квартиры будет импульсом для вот такого же развития с точки зрения создания своей семьи. Александр принимал активное участие в спецоперации, в результате получил ранение. На данный момент проходит восстановление и продолжает работу, но уже в службе снабжения войск. Впереди у новосела большие планы, и за чашкой чая Андрей Иванов пожелал Александру исполнения всех его желаний. Отдельно подчеркнул, что помощь администрации в оформлении документов от момента вручения сертификата до получения жилплощади позволяет сократить сроки реализации губернаторской программы. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».